Еще раз сниму место воображаемых будущих церемоний награждения детско-юношеских чемпионов. А что? Было бы очень здорово. Фонтан. Награжденные, музыка, аплодисменты, показ на огромном экране лучших партий, решающих. Нет, как хотите, а мне это нравится. А вот я сейчас спрошу детских специалистов, людей, которые занимаются детьми, их мнение. День добрый. Я, извините, прерву вас. У меня вот один вопрос. Я вот смотрю на эту замечательную лестницу, на эту фонтан, арена. А вот представляете, через пару лет здесь будет проходить церемония награждения детских чемпионов. Музыка, огромный экран, аплодисменты, зрелища, какие-то детские номера культурные. Вы поддерживаете эту идею? А вы знаете, Евгений Ильич, вот так и проводят награждение на Европе, на мире. Они проводят на лужайке. И действительно вот... Нет, вот это вот... Да, это все красиво. Вот здесь вот как бы вывесь там... Поставить. Вот они идут. Вот оттуда они идут потихонечку. Ну, может быть, вот они вот спускаются. Вот, я тоже удивился. Вот тепло же, можно было... Вот, ну, правда, вечера. Ну, сейчас нет. Это, мы понимаем, что это нужно огромные, так сказать, организационные какие-то... Нет, нет. А что здесь? Какие организационные? Вот здесь бы действительно награждали бы. Люди бы все, дети там... Сидели. Вот здесь бы все сидели. Они даже сидели. Вот на Европе на последнее было, в Болгарии, они... На лужайке. Там полная лужайка такая огромная, там было человек, ну, тысяча. И вот и тоже номера там танцевальные, национальные там, и награждение детей. Вот это же лучше, чем в зале. Я думаю, что наша родная Российская потом Федерация фейерверк, да, сделает и закончился это фейерверком. И, то есть как бы праздник получился. Я тоже думаю, что, наверное, лучше бы, вот тем более, вот здесь-то можно. Здесь вот условия-то просто красивые. Идеально. Вот мне да. Это прямо какой-нибудь там фестиваль, там кинофестиваль или кто-то, да. То есть поднять авторитет чемпионов детских. Церемонию награждения можно, конечно, продумать и красивую. Спасибо.